Византийский император Василий II очень любил книжки с картинками. По его повелению и был составлен богато иллюстрированный манускрипт с рассказами о святых и о различных событиях священной истории. Назывался он «Минологий Василия». Именно на страницах этой книги X века мы и встречаем подробности праздника «Положение честного пояса Пресвятой Богородицы», который и отмечаем сегодня, 13 сентября. История появления этой святыни по-разному описана в различных исторических документах и сборниках. Но если суммировать данные того же самого «Минология Василия» или апокрифического источника под названием «Сказания Иоанна Богослова об Успении Святой Богородицы», то общее представление о празднике будет таким. Святой апостол Фома не успел принять участие в погребении Пречистой Девы, и по его просьбе гробницу вскрыли для поклонения. Однако тело Марии там не оказалось, но благодаря этому у Фомы оказался ее пояс. Какое-то время он хранился среди христиан Иерусалима, а при византийских императорах эта святыня была перенесена в Константинополь, что и стало основой праздника положения честного пояса, так как он был положен в реликварий столичной церкви. То есть, по сути, это праздник переноса пояса из Иерусалима в Константинополь. После падения византийской столицы, а может быть даже еще и раньше, во время крестовых походов, пояс был разделен на фрагменты, которые оказались в различных частях мира. Какая-то часть на Афоне, какая-то в ряде западноевропейских городов, а некоторые фрагменты дошли до Грузии. С древнейших времен монаши и особы и простые люди верили, что по молитвам Матери Божией и прикосновению к этой святыне Господь дает особую помощь при сложных родах. И английская королева Елизавета Йоркская, и обыкновенные крестьянки Македонии, Сербии или, например, Хорватии прибегали к этой святыне, получая исторически подтвержденные чудеса и помощь. Так и сложилось это благочестивое народное почитание, которое было не в меньшей степени популярным как в дореволюционной России, так и в наши дни. Молитвами Богородицы посети и нас, Боже.